Всем привет! Лаваш смазываем творожным или плавленым сыром. Выкладываем полоски огурца и салат, а также кусочки красной рыбки. И закручиваем в рулет. Нарезаем на кусочки шириной примерно 2 см. На шпажку нанизываем оливку, помидорку черри, втыкаем в кусочек. По желанию посыпаем белым кунжутом. И наше канапе с красной рыбкой готово. Получается очень аппетитная, вкусная, сочная закуска, которая просто великолепно будет смотреться на праздничном столе. Колбаску нарезаем на брусочки. Нам потребуется корейская морковь, кукуруза и колбаска. Добавляем майонез. Все перемешиваем. Выкладываем в салатники. И посыпаем зеленью. Получается очень вкусный, быстрый салатик, который готовится буквально за пару минут. Рекомендую приготовить. Всем удачи!